Минск. Проспект Независимости. Главная магистральная улица ведет свою историю с весны 1801 года. За это время проспект изменил 14 имен и с мая 2005 года носит название «Проспект Независимости». В год исторической памяти Республики Беларусь этот проспект был выбран нами неспроста. Ведь именно он несет в себе эхо Великой Отечественной войны. А это возможность сформировать у народа правильное отношение к нашему историческому прошлому. Для того, чтобы мы не забывали о подвигах наших предков. Только вместе, плечом к плечу, нам по силам написать новые яркие страницы современной истории нашей страны. Минское городское управление МЧС Республики Беларусь проводит активную работу по развитию навыков безопасного поведения у населения, направленную на формирование культуры безопасности в обществе и уменьшение гибели и травматизма людей в чрезвычайных ситуациях. Учитывая масштабность и социальную значимость проводимых мероприятий, столичными спасателями и Минским городским исполнительным комитетом был разработан и изготовлен тематический остановочный пункт «Умная остановка» по адресу проспект Независимости, 10, с использованием инновационных технических средств. Лайт-постер – настенная конструкция с внутренней подсветкой размером более 3 квадратных метров. Информация, располагаемая на нем, хорошо воспринимается и запоминается благодаря большому размеру, положению на уровне глаз и интенсивной подсветке. Реклама на остановках общественного транспорта стала одним из самых популярных видов наружной рекламы, потому что именно на остановках собирается огромное количество горожан и гостей города. На яркое оформление остановки обращает внимание большое количество людей, что в итоге позволяет популяризировать среди населения необходимость соблюдения правил безопасности путем внедрения новых форм и креативных идей. Ежедневно пассажиры ожидают прибытия нужного им транспорта как минимум 4 минуты. Этого вполне достаточно, чтобы внимательно изучить рекламную информацию. К слову, через наш остановочный пункт курсирует 7 маршрутных такси, 4 автобуса, троллейбус, а также размещается станция метро «Площадь Ленина». Еще это идеальный вариант для центральных улиц Минска, где очень трудно задействовать наружную рекламу других видов. Возможность размещения большого объема рекламной информации не только противопожарной направленности, но и видеоматериалов, обращенных на поддержание в обществе положительного имиджа профессии спасателя.